Здорово, молодые и безбашенные, пожилые тоже скайримщики. И это продолжение рубрики «Что будет, если в Скайриме?». И сегодня мы будем проверять игру на прочность, а именно, что будет, если взять два квеста абсолютно разных в одну локацию. Поломается ли это все дело? И как себя вообще поведет игра? Проверим все это дело реально на прочность, потому что раньше, например, я немного... Ну, скажем так, сомневался на этот счет. Всячески пытался обходить такие совпадения, чтобы с игрой, дай бог, ничего не случилось, ничего, сейвы не заруинились. И сегодня, если вдруг кто-то тоже раньше сомневался насчет таких вот совпадений, то сейчас мы проверим, как это все будет дело работать. Также надеюсь, вы поддержите видео лайком и подписочкой, если смотрите здешние видеоролики на регулярной основе. И также приходите на трансляции, они проходят каждый день в 16:00 по московскому времени. Alright, не будем тянуть два квеста за одну локацию, погнали по Nexel'ю. Как вы могли уже заметить, один из квестов, которые я буду брать, это «Туши свет», где после убийства ящерицы и диджея можно будет отправиться в грот «Сломанное весло», потому что именно там будет вот этот Джарира находиться. И в то же время в Солитюде я взял квест у палача, который меня просит убить главаря бандитов, там же, в той же пещере, грот «Сломанное весло». Да, возможно, кто-то скажет, это не самые лучшие примеры, не самые лучшие квесты, которые можно взять в одну локацию, но пока что это мне первое, что попалось под руку. Если вдруг вы хотите еще какие-нибудь два квеста проверить в одной локе, то пишите, пожалуйста, об этом в комментариях, будет очень интересно это все дело проверить. Ну что ж, давайте смотреть в итоге, что у нас получилось. Вся вражина стояла на своих местах, к счастью, ничего не багнулось. Как вы можете наблюдать, у меня тут находится как раз сразу две метки на убийство вот этого капитана и Мадези. Да что, они все равно две ящерицы, какая хрен разница. И в принципе я был действительно крайне приятно удивлен, то что ни локации, ни квесты, ничего не поломались и никто не помешал респауну друг друга. Так что если вдруг кому-нибудь выпадут два таких квеста, то можете смело вот это вот все дело делать. Победил капитана, победил вот этого Челикуса, Джарира, и в принципе все реально прошло нормально. Также еще, кстати, у капитана можно свистнуть его ключик и открыть вот этот вот сундук, который находится в затопленной лодке. Не, ну так, просто чисто на всякий случай, если кто-то пропустил данное сундучело. Ну что ж, ладненько, всем большое спасибо за просмотр. Вывод, все работает нормально, по крайней мере в этой локации и именно эти квесты. Если вы знаете что-нибудь подобное, какие-нибудь подобные места и названия квестов, то пишите обязательно в комментариях, все это дело проверим. Ладненько, всем хорошего дня, хорошего настроения, счастья, любви и удачи. Ну все, пока-пока.